привет! Меня зовут Света, и я хочу поделиться секретом новогоднего настроения. На каждом окне вашего дома надо сделать новогоднюю композицию из бумажных трафаретов и подсветить ее гирляндой. А вечером всей семьей собраться в одной из комнат, выключить свет и придумывать новогодние сказки про героев на окошке. Всем привет! Меня зовут Леон. Если ты хочешь получить порцию заряда и новогоднего настроения, то наряжайся, как я, в костюм супергероя и беги помогать родным, друзьям, учителям, соседям. Мама будет счастлива, если ты помоешь посуду, соседи, если ты погуляешь с их собачкой. Ну а друзьям можно помочь с уроками. И будет вам и всем вокруг новогоднее настроение. Всем привет! С вами Соня. Как поднять себе новогоднее настроение? Легко! Слушайте и запоминайте. Если у вас есть костюм, а у вашего питомца нет, это обидно. Надо исправлять ситуацию. Берем рулон туалетной бумаги и обматываем кошечку или собачку. Получается веселая мумия. Так вы поднимете настроение.